Давайте быстрее побежали. Побежали, побежали, побежали. Галопом два дня не гуляли. О! Ох! Ох! Куда вы по сторонам, по разным? Ага. Буржуй уже он нарезать побежал. Дуся. А Дуся проголодалась по травке. Да, Дуся? Вот бедная Дуська. Проголодалась. А буржуй нас... Ой, тихо-ха! Проголодалась. Да. Козуля. Козуля. Побежали. Радости сколько. Застоялись, засиделись медведи. Пошла брата спровоцировать. Кстати, сегодня хотели с Машей погулять. Не получилось. Всю ночь шел дождик. Всю ночь дождь шел. Стал проверять пастуха, все сыро и не работает. Пастух сегодня не вышел на смену. Так что пасти медведей некому. Поэтому не рискнули Машу выпускать. Дали рыбке, чтоб она молчала. Пока молчит. Да, Дуська. Бежала. Вот такие дела, не очень хотелось выпустить. Всех семью объединить на прогулке. Только Валеры. Ну все, дождей не будет на этой неделе, вроде показывает прогноз. Поэтому завтра подсохнет, все проверю. Завтра с утречка. И там уже, надеюсь, завтра будем гулять. Дуся молодец.